На дворе 2014 год, 21 марта, пятница. А это значит, что будни канули в небытие. Именно поэтому, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас здесь прямо сейчас, в ночном клубе «Пош». Это один из самых лучших ночных клубов города Новосибирска. Сегодняшняя пятница будет по-настоящему особенная, потому что нас посетил один из самых лучших диджеев России. Резидент первого музыкального издательства и Famous DJ Records. Главный хедлайнер самых ярких вечеринок. Под его сеты пляшут и Москва, и Монте-Карло, и Сан-Тропе, и еще очень многие города и страны всей нашей необъятной планеты. Друзья, в общем, я могу бесконечно говорить об этом человеке. Давайте зайдем и посмотрим, что там творится. Привет, ты наша сегодняшняя первая жертва. Как тебе атмосфера в целом? Скажи, пожалуйста. Этим все сказано. Смотри, она прям как снежинка по кругу ходит. Но мне это даже нравится. Привет, скажи, ты сегодня пришел посмотреть на Рублёва или просто в ночной клуб «Пош»? Да просто так случайно зашли. Просто случайно зашли, но мне кажется, сегодня отдохнете как надо. Все-таки пятница. Посмотрим, дайте наши ожидания. Отличного отдыха! Итак, дорогие друзья, наконец-то мы добрались до виновника сегодняшнего торжества. Это Денис Рублёв, человек, который делает музыку так, чтобы вы танцевали просто без остановки. Именитый диджей России. Его знают не только у нас, его знают и за рубежом. Он играет как надо и делает дела. Денис, скажи, как добрался? Добрался отлично, как всегда. Новосибирск для меня уже второй дом, поэтому я вас люблю. Денис, скажи, как тебе наша новосибирская публика в целом? Ну, как я уже сказал до этого, я здесь уже не первый раз, поэтому для меня все люди Новосибирска – это мои братья и сестры. И я сюда возвращаюсь как домой. Я каждый раз жду нового трипа сюда и просто обожаю этот город. Денис, мы надеемся, что ты будешь приезжать как можно чаще. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе большое. Спасибо, друзья. Диджей Рублёв специально для Про Отдых ТВ. Диджей Рублёв дал просто неимоверного жару. Здесь был дикий ад, все остались довольны, уходили с улыбками. И некоторых даже приходилось вытаскивать за ноги, они просто не хотели никуда уходить. Для вас был Про Отдых ТВ, я ваш покорный слуга Андрей и, конечно же, наш оператор Данил. Дай-ка 5, Данил.